Я тут лежу, работаю, значит, утром в постели. Да. Лежу, работаю, а вот этот нос мне не дает работать, потому что он лезет. Маша, блядь! Это мой любимый муж так зовет меня есть кашу. Иду, любимый, иду! Пойдем кашу есть. А еще у меня есть вот тут. Спит тут. Все, пойдемте завтракать. Папа приготовил. Папа молодец. Где мой тапок только? Второй. Дай я тапок найду второй. Я обычно встаю и сразу же постель. Да, блин. Да, ё-моё. О. Застилаю. Я сейчас все равно приду. Застелю. Так. Опа. Иду! Опять снег. Всем доброе утро. По Коле видно, что оно у него доброе. Что это за? Это кашка, мама. Хохолок. Он сварил нам манную кашку. Он такой молодец. Вчера борщ, сегодня кашка. А мне кажется, жену пора менять. Думаешь? Так давай клик кинем, а? Что такого хозяйственного-то заберут сразу? Ой, ладно, у нас каша. Еще у нас приехала книга по заказу. У нас что-то с собакой. За нее скривило как-то. Рыжего увидел. Не-не. Видишь, он хвостом как-то в бок виляет. Че ты хвостом в бок виляешь? Чучик. Мы съездили. Не засняла. Там много сильно народу. 15 минут бесплатно. Народу в Читай-город. Забрали книжку. У Коли сегодня первое занятие. По этой книжке, к сожалению, не смогли взять рабочую тетрадь, потому что их просто нет. Рабочих тетрадей просто нет вообще. Одна есть там, но она в Красноярске. И это рабочую эту тетрадь ждать, это позеленение. Короче, мы ее скачаем и распечатаем. И он будет просто заниматься на листах А4. Занятие у него, у Коли, у нашего Коли, по английскому языку. Он начинает учить английский язык по ускоренному курсу, по книге и с репетитором. Репетитором является наша сестра, ну, точнее, моя сестра, которая Колина родственница любимая, да? А? Почему любимая? Нелюбимая? Любимая. И она является дипломированным. У нее красный диплом ИНЯЗа. Она преподаватель английского и французский. Латинский. А этот. Мертвый язык. На каких все рецепты языках пишут? Латынь. На латынь. Латынь, да. Она вот дипломированный красным дипломом специалист. Она много лет в школе преподавала. Потом в лицее преподавала. Сейчас она работает в турагентстве. Общается с иностранцами и все такое. И мы ей предложили халтурку в виде обучения Коле английскому языку. А сколько стоит будет? Ну, она сказала просто, но мы она вообще денег не возьмет. Но мы думаем, мы все равно ее будем благодарить за каждое занятие, потому что это все равно время. Заниматься будем по... заниматься не будет по интернет-связи, диска, ну, какая-то там программа, короче. Сегодня первое занятие, вот через полтора часа уже начнется. Сейчас мы заедем в магазин, купим фруктов на день, и они начнут. Я вам поснимаю немножко процесс, как они будут заниматься. Она очень волнуется, потому что с родственниками она никогда не работала. Она волнуется? Она очень волнуется. Почему? Сейчас не разговаривала. Но она волнуется, чтобы дать тебе хорошо материал, чтобы ты смог заговорить в ближайшее время на английском языке. Волнуется за результат, так сказать.
А так как вы, они просто, понимаете, в чем тут еще сложность? Они когда встречаются или созваниваются, их разговор в диком хохоте проходит. Они постоянно хохочут, как чеканутые. Коля ее смешит, а она ржет, как это. И поэтому, я думаю, смеяться они будут много сегодня, но, дай бог, занятие пройдет хорошо. Народу немерено, очень много народу, поэтому я вам даже не поснимала. Это мы в Одинцово сейчас. Мы домой приехали, купили немножко продуктов. Батон магнит, ой, Пятёровский. Ты нам показывай холодец домашний. Шоколадные конфетки были по скидке новогодние. Такая новая штука у Сдобы. Какой-то брауни, не знаю, будем пробовать. Это груша конференция. Заварочка. Гринфилд. Молочко 2,5. Два пакетика. Селедку будем делать сельдь под шубой. Сегодня масло для завтраков. Хлеб. Потом еще Коля сгущенку взял. Какую? Алексеевскую. Яблоки наши любимые. О, это я обожаю. Это компот из вишни с кусочками вишни. Это моя любовь вообще. И какой-то новый сок взяли с манго и мякотью. С, не знаю, ну, вкусно должно быть. Добрый сок еще. Московский провансаль майонезик. Это мандаринчики немножко. И картошечка для варки. Все, да? Да. Все. 1600 рублей. И самое главное, зачем мы ездили, это вот этот вот самоучитель. Он вот такой вот толстенный. Очень толстый. Через интернет-магазин «Читай городе», если заказываешь, он стоит 517 рублей. Если покупаешь в магазине, он стоит 600 с копейками. Он идет с диском. Не знаю, что там на диске уж. Вот он диск здесь прикреплен. Но сестра именно сказала, что будут учиться они именно по этому самоучителю. Ну, он толстенный, конечно, в нем сколько? 511 страниц. Авторство Петрова Орлова. Вот к нему должен идти еще, к нему должна идти рабочая тетрадь с заданиями, которой нет нигде. Не знаю. Будем распечатывать. Ну вот, сейчас у Коли уже через 10 минут начнется занятие. Но слава богу, что у нас репетитор свой, поэтому мы чуть-чуть отнесем занятие минут на 15 и успеем покушать. Коля греет уже борщ, который вчера варил. Вкусный-вкусный. К нему мы взяли что? А где мы то, что к нему взяли? А, вот этот. Какой-то домашний холодец. Сало хотели, сала не было. Говядины, свинины. Так, так, так. Рубленые. Угу. Ну, ничего, попробуем. Должен быть вкусно. А это я сейчас прям попью. Пить хочу. Так, я налила себе чай. Коля на втором этаже занимается. У него начали занятия. А я хочу вместе с вами открыть вот эти вот два десерта. Вот эти конфеты я покупаю первый раз. Я купила их только потому, что они были со скидкой. У них новогодняя, видите, это тематика. Опа. Опа. О-хо-хо-хо. О-хо-хо. Новогодняя, о-хо-хо. Так, сейчас мы убавим телевизор. Чи-чи-пок. Сняли. Джоня бежит на шуршание. Пралинес. Прибежал. Ну, что я могу сказать? Нормально так конфеток вполне. А скидка на них составила
много что-то. Они стоили 200 с копейками, а я их купила за 89. За 89 такое количество конфет нормально вполне. Там, правда, не нарисовано, кто с чем. Но видно, что темный шоколад и светлый шоколад. Прикольно, будем пробовать. И второй, вот это тоже новый. Сдобную особу я уже брала, но брала эти кренделечки там всякие. А это какой-то у них новый. Он даже написано, что это новинка брауни. Сейчас мы посмотрим, как он выглядит. Этот брауни. Опа. Выглядит ничего. Давайте разрежем. Опа. Ух ты. Ух ты. Чего ты не фокусируешься? Цыц. Прикольно. Ну-ка. Вкусно. Сейчас это попробуем. Так вот. Ничего, да? Шоколад вкусный. Мутинка тоже. Ну, зачет себе. Этих сборников их нету. У вас бой? У Коли, кстати, закончили занятия по английскому. Да, теперь Коля пошел в тир, я сейчас с мамой разговаривала, а он играет. Ему очень понравилось. На улице уже стемнело. Мои книжки, кстати, пришли в пункт выдачи. Я даже не знаю, Коля, наверное, их съездит, заберет, потом на работу поедет. А я пойду чай. Пойду пить чай. А то Коля пил чай, а я не пила. Потому что разговаривала с мамулей. Только сейчас закончила монтаж видео про парк Патриот на канал на личном пути. Выпиты тонны кофе. Глаза мои слипаются, они размазаны. Потому что вдруг резко у меня зазудились глаза от усталости. И я их решила почесать, не смывая косметику. Хорошо, там косметики немного было. Муж у меня уехал. Во сколько? Не помню во сколько. Короче, он сегодня в ночь поехал. Поэтому я ночью буду это терпеть не могу. Поэтому я сейчас работаю.
еще работы много. Не знаю, сколько, насколько меня хватит. До стольки буду работать. Сейчас надо это видео досохранить. Вывести его на канал, потом смонтировать влог, вывести его на канал. Еще просто работа стоит, моя основная. Еще хотела почитать книжку. И попечатать книжку. Ну, попечатать я уже точно сегодня не смогу. Попечатать завтра. Ладно, с вами попрощаюсь. Котятки мои охраняют. Прощаюсь с вами до завтра. Всем спокойной ночи. Хороших снов.